Кира. А? Тока-бока! Ах, дорогой, что-то я немножечко волнуюсь за наших девочек. Дорогая, да что опять не так-то? Спят они, устали. Ты же сама видела, что вчера они очень-очень много готовились. Да, но мне кажется странным, что они готовились именно через компьютер. А как же книжки? Мы им столько книг купили. Ну, что ж сказать, 21 век. Девочки сейчас занимаются через компьютер. Там очень много информации. Ну ладно, наша нелюбимая дочь. Да, она там в книгах что-то сидела. Ну, моя любимая доченька. Ох, мне кажется, что она там вряд ли занималась. Ну, как же? Они заботятся о своем будущем. О, кто это? Алло? Ох, здравствуйте, здравствуйте, Изольда Викторовна. Да-да, я мама. О, серьезно, что ли? Да-да, вы что? А как же моя нелюбимая дочь? Тьфу ты, как же наша старшенькая? Да? О, ужас какой-то. А как же моя любимая доченька младшенькая? Не может этого быть! Вы что? Она у меня отличница! О, хорошо, спасибо, до свидания! Ха, дорогой! Звонила учительница девочек. Она говорит, что наша любимая доченька очень-очень плохо сдала контрольную работу. А? Ну, дорогая, не переживай ты так. Все наладится. О, да как это наладится? Разве ты не слышишь, что я тебе говорю? Я переживаю за будущее своей любимой доченьки. Эх, ну я тоже переживаю. А как там любимица наша? Какая любимица? Я тебе про нашу любимую доченьку и говорю. А ты про кого? Ну, про твою нелюбимую дочь. О, значит, она у тебя любимица? Ну, конечно же. Она очень умная и талантливая девочка. О, я в шоке от того, что ты говоришь. Ха! Где ж она талантливая? Талантливая – это моя любимая доченька. Да нет же, ты ее любишь только потому, что она младшенькая. Нет, потому что она умная. Да, дорогая, нет, все не так. Ты любишь ее, потому что она на 10 минут позже родилась. Ну да, ну да. Они у нас двойняшки, понятное дело. Так, нужно бы разбудить мою любимую доченьку и с ней поговорить. Да что такое музыка? О, шумит и шумит. Понаставил. Доченька, моя любимая доченька, просыпайся. О, доченька! Ты что-то крепко спишь. О, мамулечка, я проснулась. Ох, доченька, присядь, пожалуйста. О, что случилось? Я понимаю, ты вчера занималась очень усердно, но сейчас звонила учительница, и она очень сильно недовольна твоими результатами по контрольной работе. О, да это неправда, я отлично все написала. Доченька, я понимаю, но учительница говорит, что ты еле-еле как на троечку написала. Ну ладно, тройка так тройка, мне вообще плевать. А как там наша замараха-то сдала? О, это на 5. О, на 5! Вот гадюка такая, пойду ее разбужу. Сестренка, сестренка, подъем! Ох, я немножечко тут вздремнуть легла. Мамулечка, я немножечко поспала, извини, пожалуйста, очень сильно устала. Нужно продолжить занятия. А? Какие занятия? Ну-ка попробуй мне объяснить, как ты сдала контрольную работу. А? Контрольную работу? Ну как, я много читала, вроде бы все хорошо сдала, еще результатов не знаю. Но все, что было написано, я все знала. А,
Доченька, доченька, моя любимая доченька, что случилось? Мамулечка, я такое не могу пережить! Она учится лучше, чем я! Ой, моя доченька, моя любимая доченька, да не отчаивайся ты так, это случайно у нее получилось, случайно, правда же? Да нет же, я вам объясняю, я очень сильно занималась, вот, поэтому я все знала. Пойду бабулечке кое-что скажу. Бабулечка! А, моя любимая доченька, что такое? Ура, бабулечка, я правда у тебя любимая доченька? Ну нет, конечно, я вас обеих люблю, вы у меня обе любимые. Ура, бабулечка! Да? Я хотела бы научиться играть в шахматы. Ох ты, какая чудесная идея! Обожаю шахматы! Я тоже всегда резался в шахматы! Нужно будет купить шахматный стол, и будем с тобой заниматься! Ура! Ура! Мамулечка, что за беспредел? Что такое шахматы? О, это доченька, моя любимая доченька! Это игра такая, ничего такого хорошего в ней нет! Пойду посмотрю в компьютере. Ого, прикольно. Мамулечка, я тоже хочу играть в шахматы. О, доченька, а как же гитара? Ты же так хотела гитару. Хотела, но потом я перехотела. Хочу шахматы, шахматы. О, доченька, доченька, моя любимая доченька. Хорошо, я пойду поговорю с папочкой. Он обязательно тебя научит шахматам. Ура! Пока поиграю в компьютер. О, хорошо. Дорогой, дорогой. Да, дорогая, что случилось? Там моя любимая доченька хочет научиться играть в шахматы. О, да не может этого быть. Она гитару просила. В итоге что? Она не учится. Ну и что? Шахматы она будет играть! Потом она просила велотренажер. В итоге мы переставили комнату другой нашей дочери. Дорогой, хватит привязываться. Моя любимая доченька, она отлично поет, танцует и будет отлично играть в шахматы. Если ты не будешь ее учить, то тогда я отправлю ее в школу шахмат. Хорошо, попробуем. Я тогда поеду в магазин, куплю шахматы. Папулечка, папулечка, можно даже не ехать в магазин. А? Как это, доченька? Можно через телефон заказать, выбрать любые шахматы. О, откуда ты все это знаешь? Ужас какой! Научилась всякой ерунде! Дорогая, ну почему это ерунда? Это же так удобно. На бензин не буду тратиться. Доченька, принеси телефон. О, папулечка, сейчас. Какой ужас! Вот, папулечка. Давай. Так. О, доченька, кажется, я нашел. Ух ты, у них и доставочка бесплатная. Папулечка, давай закажем. О, все, я уже не могу. Сейчас я упаду в обморок. О, по-моему, мамулечка утомилась. Да вредная у нас мамулечка. О, скоро будут шахматы. Ура! О, доченька, ну наконец-то! Ну что, будем учиться играть? Ура! Доставили! Как же здорово! Папулечка, с чего нужно начать? Ну, доченька! Ой, подожди, а то сейчас наша вторая доченька обидится, позову ее. Доченька, доченька, ты будешь в шахматы играть? Папулечка, я сейчас занята! Давай чуть позже! А? Ну, понятно. Ладно, сиди, играй. Ну что, папулечка? Да не хочет она играть. Ура, давай тогда вдвоем. Хорошо, для начала я расскажу тебе все правила. Ура!